Если вы впервые на нашем канале, обязательно подписывайтесь. Впереди много всяких разных интересных поделок. Добрый день, друзья. Привет будущим подписчикам. Ну, как говорится, несмотря на то, что на дворе 21 век, многие еще пользуются печным отоплением. У меня такая печка стоит уже давно. Это я делаю детям своим. Ну, многие люди, когда я ее делал в гараже, заходили и задавали множество вопросов. А для чего это? А для чего это? Ну, поэтому, кто интересуется, я сейчас расскажу некоторые нюансы, как она изготавливалась и что для чего. Сварился каркас обыкновенный с уголков, исходя из плиты, потому что мне нужен был первоначально вот этот размер. Когда будете варить вот эту верхнюю рамку, не забывайте про тепловые зазоры. Достаточно 5-6 мм дать припуска с каждой стороны, чтобы она вот так свободно двигалась. Здесь обыкновенный металл, 1,5 мм, и взят вот на заклепки. Ну и вот как видите, вот здесь имеются вот такие вот уголочки. В дальнейшем, когда при замене футировки, там топки, или заменить колосники, плиту приходится все время снимать. Ну и потом ее выставлять, возникают определенные сложности, трудности. То глины много наложил, то там не прихлопнулось, то еще что-нибудь. В общем, вот таким вот образом наварились здесь вот такие вот шины. И буквально на днях ко мне зашел один наш местный печник, одобрил ее положительно и подсказал мне такую штуку. Потому что эту плиту, как только мы начинаем растапливать ее дровами, ее как обычно, ну, рвет. Люди обычно ее надрезают сразу, но я этого делать не стал. Просто отступив от края 3 сантиметра, я просверлил вот таких вот троечками сверлом 5 отверстий. И одно здесь. Честно сказать, друзья мои, я не знаю, может быть, ее рванет, потому что в каком сарае эта плита делалась, я не знаю. Ну что еще? В одном из видео я показывал, как мы воронили вот такое вот изделие. Это изделие для того, чтобы, когда мы достаем золу, у нас ее жужжалкой называют, чтобы меньше было пыли. Вот эта ручка специально изогнулась таким вот образом, чтобы, ну, все-таки тряпочка чем-то приходится подхватывать. Она все-таки горячая. И вот я вам сейчас покажу, как она работает. Ну вот, она будет вставляться вот сюда. Тяги она не мешает, так что... Вот, достали ее, немножко наклонили, ручка сюда, и достали, вынесли прям непосредственно на улицу. Так что, ребят, как-то так. Всего доброго, не мерзните, до встречи, пока. Кого интересует гаражная печка из газового баллона, вот она уже работает, уже второй год. Ссылка будет в уголочке, там найдете, заходите, посмотрите. На улице, как видите, зима, полным ходом, а мы находимся почти как в Майами. Градусник висит, правда, под потолком. Вот. Как-то так.